Прошлый год на Пасху был крестный ход. Мне понравился он тем, что приезжали представители палестинского общества, и они играли на инструментах. Тот крестный ход был радостным. Не описать эти ощущения, когда человек из великой печали переходит в радость. Поэтому крестный ход пасхальный отличается от всех остальных именно счастьем и радостью, которые несут эти люди. В этом году пасхальный крестный ход будет еще больше, радостнее и красивее. Будет величественным, запоминающимся и большим. Необычным. Он будет обязательно в истории, потому что он связан с храмом Святой Екатерины. А эта история вершится на наших глазах. Этот путь мы пройдем вместе. Приходите, будет очень интересно и здорово.